have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Да, всем привет! Доброго времени суток. Попробуем сегодня... Могу. Ребята, тут прыгать можно. Ну, да, на пробел? Сегодня у нас гольф. Нет, на кнопку мыши, ты когда едешь, можно прыгать. Сегодня у нас гольф для тех, кто считает, что у него слишком здоровые нервы, пора бы их немножечко подпортить, так вот. Это я предлагал. Да, прыжки. Я, кстати, не уверен, что мы когда-то в это играли. Кто-то упрыгал за карту. Неплохо. И да, оказывается, спасибо Пика подсказал, тут оказывается есть темный мод. Теперь можно наконец-то не слепнуть каждый раз, когда открываешь меню. Я думал, эта игра максимально настроена на выжигание нервных клеток, но нет, здесь все-таки можно что-то... поспокойней. Вот. Хотя пройти Dark Souls без урона будет, по-моему, поспокойнее, чем играть в это. У меня такое желание заорать, когда я не попадаю, но тут такая музыка приятная. Такое желание пройти второй Dark Souls. Второй, кстати, да. Doom. А, была фишка про второй Dark Souls, пока не появился Elden Ring. О, да блин! Какая досада! Да, господи! Это у нас замещение культурными словами, когда люди говорят, какая досада, и имеется в виду, что мне не придется это запикивать. Спасибо. Да ты серьезно прям? А это могло быть на один меньше. Могло быть, но нет, но нет, но нет. Ладно, 4S, стабильность. Слаг, у тебя тоже стабильность, я вижу. Нет. Да. Жаль. А, нет, это у Киченеза. У Киченеза я 4, самый стабильный 5. Из вас. Где ты вообще? Там, на 13 месте. 8-7. Тебя просто в таблице не видно, в упор. 8-7. Да ладно, а как я тут оказался? Магия, а как я оказался на 12-м? Сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. Ребята, на 20-ку или 30-ку? А, так вот, что тут не так. Ага, тут все очень сильно не так. 42, понял. 2. Ты чё? Я не ты чё. Я на сутку поставил и пролетел, отлично. Так, чувак, ты в пролете. Значит, над этим можно пролететь? Ага. Фига себе. Ну, только меня обратно вернул, ну ладно. Что с этим белым мячиком? Где я? Стой! Ему нехорошо. Либо ему очень хорошо. Кстати, да, одно другое не исключает. Так, ну-ка, Пика, давай. Нет, не купайся. Знаешь, глядя на все это, вспоминается третий Far Cry. А вы знаете, что такое безумие? Меня уничтожили! Я слишком много раз пинал, и я сдох. Я дезинтегрировал. Дезинтеграция. Чпуньк. Я даже не засчитали, у меня ноль просто. Блин. У меня там ноль. Не, знаешь, мне было бы тебя жаль, если бы не ты предлагал этот режим, а так, ну как бы ладно. Блин. Я сдох, куда попал? Ты не мог. Двух. Так нельзя, чувак. Так, тут 80 примерно. А нет, с трех, а почему с трех? Да, а, ладно, было 80. Ну, три удара. Кто побьет, тот плохой человек. Не смейте так делать. Я старался. Чёртовы 5. Согласен, тут как минимум 2 удара можно было бы сэкономить. И забить с трех вообще реально. Вообще с двух идеал, но с трех вполне реально.
Нет, с трех тут нереально. Там надо прям по центру встать. Смотри, нужно с центра, ну, с начальной позиции долбануть примерно на 35, ты подкатываешься к центру. А оттуда нужно фигануть где-то на 84-85, и тогда ты прилетаешь хорошо. Но у меня не получилось в центр с первого удара полететь. У меня мне тоже. Пришлось вот так. Да. А потом я в конце прям идеально под финиш прилетел. Но почти все это налажали, так что нормально, не только я. Так. Кто все? Ну, почти смотри, за прошлый раунд 6, 7, 5, 6. Куда я улетел? Я на другую карту попал. Ха-ха. Жалко наш. Сколько надо бить, скажите, пожалуйста. 84. В районе, да, что-то такое. А то я тут надолго. Так, да ты шутишь нафиг. Ребята, тут надо прыжок использовать. Сотка. Куда я улетел? Кстати, мы играем в прыжок, но я еще ни разу не прыгнул. Я тоже. Вообще бесполезная. Чертова 4. Пока что я вижу 5 и 6. Посмотрим, кто лучше. Фрум, знаешь, как я сейчас прилетел? Вот знаешь вот эту дырку? Вот этой крутящейся штуки. Ты там прошел? Да, я прям везде по центру прошел и отскочил обратно. Ай-яй-яй-яй, это больно. Слаг, ты сколько сказал? 7? 7. Кстати, меня что, это Вавилон обогнать собрался? Сейчас посмотрим. Попасть! Со скольки раз? С 9! Так, слаг... Та-та-та. Вавилон уехал от меня подальше. Не захотел он играть, ладно. Самое интересное то, что я еще не на последнем месте. А я на каком месте? На третьем. Да вы нафиг шутите. Ребята, на сотку? Нет. Кстати, ребята, с первого раза! С первого сколько? Раза! 90? Смотрите, с какого... какая циферка. Так. Циферку мою видите? Посерединку-то я попал, да. Я с первой попытки забил. Нет, первый. Нет, стой, 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 тварь, стой! Первый, Карл! Да ну ты крут, я ж не отрицаю. Я просто на сотку вначале поставил и прыжок завязал. А, все-таки сотка? Ну да. Блин, смотрите, 2, 3, чуваки прям забивают, это я подзабил, а чуваки забили. А то, что у меня один. Это вообще красавчик. Ой, я сейчас вас догоню. Ты сейчас, ну да, как? Ты там сейчас 5-6 позиций сразу сократишь. Четыре, два, пять. Ну, кота 4, 5, чуть-чуть 4, похуже. 7, 6, да, кота 7. Немножко покусала. У меня вообще 8, 7, 10. Где я? Ой! Нет! Что это было? Ах ты ж тварь. Ага. Сейчас, надо, я знаю. Стой! А что за тонкая мелодия? Вот ты когда целишься, там shift написано, тонкая мелодия, это как понимать? А, погодите, тут же ж можно вот... Чувак, ты просто, в общем-то, где-то на 24, и как только... А, знали то, что на shift можно медленно... Стой! Нет, на shift я не знаю. Я забыл, погнали! Что тут можно перепрыгивать. Раз, два, три. Ёлочка горит. Раз, два. Я на секундочку подумал, что это нужно высчитать, чтобы ударить на сотку, чтобы пролететь тут, и оно успело переметнуться и на обратном. Я забыл, что тут тупо прыжки есть. А тут вот что значит... прыжок! Я! Вы это видели? Да. Оно проходится через прыжок очень легко. А, точно! У меня плюс еще десятка. Шестая позиция, опять. У меня плюс 10. У меня тройка, обидно. Ребята, десятка, Карл. На сколько бить? На сотку, я проверю. 87. Офигеть, ты это видишь? Сдох!
Ты... Я, блин, с одной, мам, я просто на миллиметре. Это все из-за того, что у меня шарик большой. Красиво. Не поможет? У меня две десятки тут. Да? Я такой прокатился по кромочке и вернулся обратно. 4. Да, серьезно. Да, серьезно. Да, серьезно. У меня отберут первое место. А где слаг в этой таблице? А, вот слаг. Вот, 6 место. У меня 11. Я должен быть на втором. 5, кстати, да. У меня 10. 10. Давай, чувак, в топ-7 выкарабкивайся. Чтобы мы тебя видели. А вы не видите меня? Мы до 7 позиции все видим. А почему? Я все до 10 вижу. Потому что ты там. Спасибо, я нажал на сотку, прыгнул 2 раза и попал с первого раза. Я тоже с первого, вообще на изи. Как? Я ж пошутил. Ребята, на сотку без прыжка, просто на сотку. Ребята, я на втором месте, ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Я пошутил. Реально? Я наугад сказал на сотку и начал ставить вообще рандомные цифры, все кроме сотки. И в итоге я вам помог всем. Угу. А сам с 4-й попытки прошел. Сапожник без сапог. Эй, я уже на 11-м месте. Зачем ты себя бьешь? У меня 51 балл. Он прыжки использует. Он прыжки использует, да. Вообще, по идее, это хорошо, то, что у меня 51 балл. Но не в гольфе. В гольфе надо плакать, если у меня 51 балл за 9 дырок. Стоп, это был... Я же был на втором месте. Нажми посмотреть все. Ну-ка. На 10. Там. Ребята, пошли в гроу. Так. Гроу. Ну, хорошо. Гроу это какой? Который написан гроу. Первая, вторая лист. Ну. У меня на русском все. А, первая. Первая. Лесок. Это лесок. Ready. Ready. Ready, player one. Короче, тут есть... Тут без прыжков-то хотя бы. Сотка! Че, на сотку? Не работает. Сотка не работает. Блин, я за тебя вход пропукал. Сотка, а потом 46, работает. Короче, 80 и прямо. У меня не получилось прямо, поэтому 2, а так 80. Реально, 80 и прямо. Из-за того, что я лоханулся, я с 5 забил, так что все плохо. Не благодари меня. Пожалуйста. Блин, Томас, зачем ты с одного забил? Томас, ты кто такой вообще? Он Томас. Блин. Вот Боб с одного забил. Че, еще один? Да, Боб тоже с одного. Что вы такие крутые все? О, вы меня в топе видите, я на 7-м. Я на 16-м месте. Да. А я на 7-м. А я на 16-м. Слава пока круче всех. Что? О, я на 4-м! На 5-м месте. Я на 4-м. 4-е, 5-е, 6-е заняли. Хорошо, ребят, давайте. 4-е, 5-е, 6-е, 16-е. Сотка! Не-не, погоди. Сотка погоди. Работает! Тут нужно было немного по-другому. Да-да-да. Нет, все хорошо. Реально надо было немножко по-другому. Да, да, у меня все пока что хорошо получается. Я, конечно, выиграл. Главное, стабильность. Да. Ладно, 3. Подождите, но я за вас. Все с 2, ну конечно. А я со скольких? С 4. Слушай, у меня все плохо. Я на 16 месте, никак вверх не пойду. Так, Томас, у тебя все плохо, извини, но я за тебя не порадуюсь. Он на 4 месте. Красту. 4-е, 5-е, да, он неплохо. Он ниже меня пал. Чувак, что ты делаешь, зачем тебе туда? Оруем. Он походу хочет туда перелезть, но он не знает, что это мы его... Шо? Да, я это видел. То я на втором месте забыл, можно я было, кстати, и отсюда, ну, прикинь.
А я этой дорожки даже не видел. Чёрт. Я ее тоже не увидел. Угу. Здравствуйте. Я вернулся. Здравствуйте, шестое место. О, сейчас это хорошо. У тебя, да? Да. Так. Сотка! А грибочек. А, ну да, ладно. Сотка не работает. Да, понятно, забудьте. Что не работает. 90 тоже не работает. На грибы надо прыгать. Сколько бить? А, тут вообще с одного можно было через гриб пройти. Грибы хорошие, грибы помогают. Смотря какие. Любые. Это была моя фраза. Мухомор в лесу просто поможет. Блин, 100-500 забейте. Не, это я не выиграю. Так, а у меня 4. Да ладно, у тебя всего лишь 10, у меня 12. Так, этот Боб продолжает превосходить меня на 1 балл. С Бобом надо что-то сделать. Убить. Устранить. Утопить, отравить, заколоть. Ой, блин, ой, нет. Ой, да. А как? А, да не, это нормально, это тут. Просто давай. Подгадать надо, под первую. Я не подгадал уже. Я тоже. Я уже 1 ход как минимум просто в никуда потратил. Я уже 2 как минимум. Зато я ко второй подгадал. Наугад. Ребят, вы не бойтесь, там еще вторая такая штука. Я вижу. Да. Lucky one. 6! Боб за 2 прошел, шансов 0. Ты уже с 5. Да я знаю, что я... Ты 7 сделаешь. О, ты не сделаешь. Я же говорил. Я не хочу говорить. Забить или не забить? Я же говорил. Все 4 просто забей, да. Ой, ребята, смотрите, я на 7 месте. А я на 8. Уйди 7. Ты мне мешаешь. Давайте убьем Боба. Кто-нибудь совершит на него DDoS-атаку, да? Гриб, да, я понял, почему он выигрывает. Он просто гриб. Грибы вкусные, да? Так? Он своей местности. Сотка. Сотка! Блин! Так, вот тут сейчас какая... не лажать, пожалуйста. Я вообще на другую карту попал. Блин, надо было сотку ставить, я бы тут пролетел. Но я сейчас поставлю сотку, я пролечу. Ставь сотку обязательно. Через грибы, ребят. Через грибы. А я без грибов с 3. Я с 4. Я 4. Просто ход профутал. Первый ход просто на то, чтобы обогнуть вот этот вот завитушку. Для принципа можно и за 1 пройти. Там завитушки тоже был гриб. Не, за 1... Я не вижу, как это можно пройти за 1. А я вижу. А, прям надо вот там было... на гриб? Да. Теперь я тоже увидел. Какой гриб? Я его сразу не заметил. Который возле... На старте фиолетовый. Все уровни, по сути, можно пройти с одного удара. Наверное. На этом гриппе с первого нельзя. Почему? Я только что на нем прыгнул, я, в общем-то, ты через этот фиолетовый оскакиваешь, который следующий, попадаешь на другую карту, оттуда еще раз надо прыгнуть. Вы видели, как я только что прыгнул? Через синий неплохо получается. Нет, извини. Я через 3 гриба пропрыгнул до финиша. Через синий, фиолетовый, этот, зеленый, да? Синий, зеленый, да. Синий, зеленый. Правда, с 10-й попытки, но ладно. А я с 4-х сделал. Так. С 10. Я на 5-м месте. Надо Дракса выкинуть. Дракс мешает. 50 пойдет. Фейк-лунка пойдет. Мог бы вообще с одного. Получилось. Вначале Google на сотку делай, и все будет хорошо. Все работы за гроши. Все работы за гроши. А, блин, я сделал на сотку. Все на за 3 забили. Все, блин, кроме меня. Я сраный 4 сделал. Я максимум. Если, блин, Боб за 4, блин. Если бы сейчас на 5, я бы с ним сравнялся. У меня уже 9.
Нет, ну фейк лунка, кстати, можно было через нее быстрее, я что-то об этом не подумал. Я был возле нее. Можно было с одного. Погоди, визе. Первое до фейк лунки, второе добивание в нее и третье... Да, можно было за три запросто, черт. Вы посмотрите, что с этой мезы происходит. Ему просто... Он вышел из игры, вот насколько бич. Он убил. Копать, хоронить. Так, я хочу посмотреть, можно ли это как-то за один удар... Ну да, это можно за один удар пройти. Я только не вижу, как. Хорошо, на сотку через углы, я в общем... Через углы, да. Это на изи. Так, нет, ну оно от угла должно тебе еще и горку преодолеть, потом прокатиться мимо фальшивой лунки это еще можно. Раз? Да я, ну на! Я просто ход потерял, вот что. Блин! Ну так-то да, лучше сюда, наверное. Ребята, на грибы. Я на финише! Это? Ребята, в общем-то на грибы прыгайте. Да хрен там, я на этот гриб попаду когда-нибудь. Красный гриб, все, был в начале, выпал на сотку. Я промахнулся. Что? Я прокатился по лунке. Мне хватило энергии прокатиться по лунке, чтоб его. 4, конечно, 4. 6. 4. Ой, я тебя перегнал. Так, хот-бот там что-то это тупит. Второе место будет моим. Я буду да играть. Сыр. Я хочу обогнать всех, кто на последнем месте. Хоть я хочу первым, быть на последнем. Стороны? Да. Какая разница? Главное, я первый. Неважно в чем и где. Ты прикинь, ты сейчас забьешь. Так, сова. Два раунда. Свои цели. Два раунда. Давай. Не успеем. Ну, как лично я про себя так. Да ну я с котом в одном месте! А это же импосибро, вы чё? Мы с котом два удара одновременно сделали в одно место. Да что ж такое, не все, я проиграл. Я проиграл. Я всем проиграл. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ооо, разгон! Блин, хоть бы Боб вышел. Всю статистику портит. Ты вышел. Я получил второе место. А у меня до тебя один поинт. А я тебя выкину с третьего места. А все, тебе хана. На второе место, да? Нет, чел, все, до свидания. Ты и третьего не получишь. Это моя обязанность. Следующая лунка будет... Посмотри на эту фотографию Дженнифер Лопес. Тебе здоровая задница. Вот он, последний уровень, который решает все. Ой, зря я на сотку. Я хочу на сотку. Куда? А куда? Ребят, я четырёх забью. Я попал к синему грибу. А как это вообще пройти возможно? А ты не туда попал. Ребят, нет! Я четырёх. Блин, где ваш я? Звонок куда очень я полетел? Важен для нас. А, реально по грибам? Да-да-да, только. Да, ну, да. А я только на грибу прыгаю. Четырёх. И все равно вниз. Ах, ты ж мелкий! Вот. А где мое второе место? Нету, обойдешься. Шиш тебе. Все, удачи. Ладно, дайте мне третье, я пошел. Я забил! Вот бы этот Боб вышел в последний момент, а? Ну давайте заплатим его. Дось. Самзар. И сколько ты? А, не, на четвертом месте. Да, второе, третье Боба. Место. Второе, третье, четвертое мы забираем. Вы посмотрите на этого Алонса, он чуть ли не проиграл. Какие АВКшники достали? АВКшники. Ладно, первое и третье, так уж и быть. Ты на третьем месте, да. Поздравляю тебя. Спасибо. А я в
Ну, Боб, конечно, да, он еще и в маске. Он еще и этот, NG. Ковидный. Ковидный NG. Ладно, ребятушки, так сегодня поиграли. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях в бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока. Пока.